Прямиком из столичных концертных залов на сцену «Шахтерска» группа «Invoice», коллектив акапельный. В репертуаре современные хиты. Сейчас у нас был интерактив, где мы вместе с ними попели, это было здорово. Нам они отвечали улыбкой, аплодисментами, было очень приятно и тепло. Одним из главных героев праздника стал Сергей Зимин. Он победил в соревнованиях по профмастерству, проводимых Восточной горнорудной компанией. Руководство предприятия отметило сотрудника ценным призом. Вручаю вам ключи от автомобиля. Поздравляю. А вы не скажете? Последние 12 лет мужчина работает на экскаваторе. До этого почти столько же провел за рулем внушительного БелАЗа. Работать, еще раз работать. Новорсубеков, Спартак! Желание. Самое главное, желание обработать. Тогда и все будет. На площадке по соседству со сценой ветер долгое время не давал взмыть трем аэростатам. И когда, наконец, погода смилостивилась над гостями праздника, все мечтающие о небе отправились на площадку с воздушными шарами. У всех гостей этого праздника была возможность увидеть Шахтерск буквально с высоты птичьего полета. Мы тоже воспользовались этим аттракционом и насладились этим захватывающим зрелищем. За всю свою карьеру пилота я вам скажу, что у людей самые лучшие в жизни эмоции после полета на воздушном шаре. И воздухоплаватель явно не обманул ожиданий зрителей. Из корзины жители Шахтерска выбирались раскрасневшиеся и полное восхищение, что посмотрели на привычные улицы с иного ракурса. Замечательные впечатления, высота птичьего полета. В числе первых почувствовал себя героем романа Жюля Верна и Валентина Тулинова. В день 70-летия полет на воздушном шаре стал для рисковой жительницы Шахтерска экстравагантным подарком. Ой, вообще отлично! Вообще обалденно! Да, высота такая! Высота всех видно, красиво, все хорошо. Хотя я раньше на кране работала, с высотой связано, но это еще выше. Отлично! Озарил небо Шахтерска салют, поставив яркую точку в этом празднике не только для работников угольной промышленности, но и для всех жителей района. Мария Рябова, Александр Накипова, Максим Махин, телекомпания ОТВ.